А у вас там дальняя, что, дальняя деревянная дверь. Там, какой? Там никого нет. Там никого нет, девушка-то. Девушка, она на работе. Точно? Да, 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 точно. Нам скрывать не надо? Нет, нет. Пожарным нужно было убедиться, что ни в одной из комнат общежития, расположенных рядом с очагом возгорания, не остались жильцы. Ведь в помещении люди могли надышаться угарным газом. К счастью, оказалось, что почти все соседи спустились по лестнице самостоятельно. Помощь сотрудников МЧС понадобилась только одной пожилой женщине. Дым сильный был. Мне молодец один из них вывел, а то я не знаю, куда идти. Кашлять начала. Невыносимо кашляла. Такой запах неприятный. Хозяина комнаты, где началось возгорание, этой ночью дома не было. Мужчина еще с вечера находился на суточном дежурстве на работе. О самом погорельце соседи отзываются только с положительной стороны. Говорят, не пил и не курил. Поэтому версию о неосторожном обращении с огнем они исключают. Что-нибудь дома включенное оставил, наверное. От чего этот пожар вышел, я не знаю. В комнате сгорела почти вся мебель. Также от высокой температуры и копоти пострадал коридор и двери соседей. Среди наиболее вероятных причин возгорания дознаватели рассматривают неосторожное обращение с огнем. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».